Вечером в среду текстильщик провел очередной матч в рамках первенства России. В Петрозаводске наша команда встретилась с местной Карелией. Матч начался стремительно и удачно для ивановцев. Уже на второй минуте игры полузащитник Александр Барунов забил мяч у ворота хозяев поля. Счет 0-1, как ни старались игроки Карелии, исправить так и не смогли. Следующий матч пройдет на нашем стадионе в четверг, 11 октября.